Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Mobile Games, и это у нас такая вышедшая в бетку игра Project X22. Как говорят, то что она похожа на Apex Legends. Вот что здесь? Тут есть у нас герои. Вот. Игра на английском. Вроде, да? Посмотрел я настройки. Вот тут есть разные у каждого персонажа обилочки. Список лидеров. Так, а вот здесь у нас мне вот за сегодня то, что зашел, получается, дали вот этого чувачка. Ну, то есть у нас вот здесь в героях. Вот. Have key какой-то. Life detector. Ну, его обилка, да, вот получается тут. А этот, наверное, хилит, быстро бегает он, что ли, да? Такие, короче. Ну да, похоже на Apex. То, что есть какие-то персонажи, у каждого есть свои обилочки, да? По настроечкам, что у нас. Я тут немножко поменял вот свою раскладочку, контроль. Но графика у меня сразу автоматически стала very high, да, там. Максималка. Пинг у нас большой. Вот, видите, 325. 325, короче, миллисекунд. Давайте начнем. Ну, кадры, 60 кадров. Пока не нагрелся он, получается, ничего такого. Давайте попробуем сейчас зайти, посмотреть, что же у нас... И как? Посмотрим, сколько будет вообще искать матч. Я так понимаю, тут без всякого уже обучения, да, сразу в бой заходим, получается, правильно? Матчинг. Да. Туториал какой-то, да? А, ну, это понятно, тут карта есть у нас, сужение зоны... Все дела. Ну, какие-то свои приколюшки есть. Так, места вот, да, получается. Bone point. Ясно. Можно, а, вон, лазить можно, забираться, получается, да, по стенам. Понятно. Какие-то свои штучки есть. Вот у нас зашло, получается, да? Так, что-то я возле, наверное, 4 минут, наверное, прождал, да? А, тут сейчас мы выбираем, получается, да, что ли? Какого-то перса? Что, как? Ну ладно, хорошо. А, ну я вот уже, да, выбранный у меня, да, получается. Just your gear. 5 секунд, 4 секунды. Ну, давайте сейчас сыграем. Да. Ага. У меня, значит, М416. Понятно. Тут вот можно сборочку делать, да? Я так понимаю. Из оружия, ну, которое ты хочешь, я так понимаю, в начале. Ну, вроде так, стабильненько пока. Ну, сейчас в игру зайдем, посмотрим, вот 60 кадров будет или нет. Вообще, что там будет? Ага, о, так, 60 кадров есть. Раунд 1. Че, погнали? Раунд 1. Так, мы бежим, бежим. Давайте прибавим. Так, денежки какие-то. А, ну вот за эти деньги мы, получается, и улучшаем наше оружие, что ли, да? Так, тут тоже денежки. Ворота открываются. Ну, такая графика. В угоду оптимизации, я думаю. И он простенькая такая, да? Никаких больно наворотов нет, но красочная такая.
Чувак, чувак, чувак. Чё, пойдем дальше? Что тут? А, то есть можно купить, улучшить в игре. Ага, уже. Где, где? Где кто? Не вижу. Так, обилочки у нас. Ага. Так, что делать? Кого убивать? Давайте зайдем. Посмотрим. Еще денежки. Собираем. Еще собираем. Ага, вот здесь можно забираться, я так понимаю, да? Да? Нет. Ты же должен забраться здесь, правильно я понимаю? Ага, можно. Все ясно. Так, наши парнишки здесь забираются тоже. Угу. Собираем денежки. А так плюс 44. Давай-ка еще возьмем. Улучшим. Парнишки там. Так, третий у нас. Ага, у нас зона. Зона, зона, ребята, зона. Кстати, кстати, кстати. Блин. Сейчас. Подожди. Что такое? Зонка, зонка. Так, я живой. Ага, все нормально. Еще. Жизняк. Так, еще. Жизнячок. Все. Улучшаем. Второй раунд. Че он там? Упал, что ли? Ну ты че, дружище? Ты нам нужен? Вдруг мы сейчас встретимся. Так, где там? Парнишка. Че с тобой? Давай оживимся. Ты че, не добежал до зоны, что ли? Раунд. У нас второй раунд. Так стоит, что ли? Ну ладно. Че это такое? Опа! Нашего пацана причехлили, что ли? Ё-моё. Да. Так и... Давай, давай, давай. Во-во-во. Ага. Ты здесь у нас оказался. Давай я тебя сейчас... А, это точку забирают. Блин. Точку забирают. Ёшкин, Макарёшкин. Погнали. Ты чё в однёху-то, блин? Пойдёшь-то? Тоже встал? Есть один. Жизняки. Минус один, короче, есть. Так. Сейчас улучшение. Так, а что у тебя? Ничего нету? Блин. Такой ТТК долго здесь вообще. Блин, ты захилься, чувак. Ну чё, чё, кто там? Где? Давай вместе. Чувак забрался, что ли, где-то? Так, третий. Бежит, что ли? Живой. Опа. Сейчас, 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 сейчас. Здесь. Так. А что у меня так? Я же перезаряжался вроде. Где-то здесь. Есть. Еще один где-то. Так, где еще один? Где-то ходил.
Че, бегать тут нельзя, что? Все, есть. Так, где? Где мой друган? Так, давай. Где ты? Давай. Возрождуйся. Нормально, нормально. Так, улучшение. Так, а тот чувак у нас ни хрена не игрулик. Может, у него лагает, не знаю, но вроде как бы это. Так, берем эту. Улучшаем. Улучшаем башню. Звук что-то как-то негромкий. Сейчас прибавлю чуть-чуть. Так, что, что? Ты где, чувачок? Сколько команд осталось у нас? Ай! Блин, вот я. Так. Чувак, чувак. А, все у нас, что ли? Всех? Нет, не всех. Еще живо. А, ладно. Где там? Где там еще? Где у нас друзья? А, во-во-во, давай. Давай, иди сюда. Так, зонка подходит. Давай вместе, блин, чувак, давай вместе. Потому что... меня тоже причехлили. Так. Опа, зона, 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 зона. Зона, бро, зона. Надо выйти из зоны. Зонка, зонка, зонка. Чё ты, выходишь? Давай быстрее, ты чё? Так, где эти малышки? Блин, чё за фигня? А, вон, всё, нормально, чувак. Выбрался. Ай-яй-яй-яй. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Блин, сейчас зона будет. Чувак не бежит, короче. Вообще. Так, хилимся. Хилимся. Бежим. Сейчас хилимся. Подожди, подожди, чувачок, подожди. Сейчас. Так, улучшаем башку. Да ёшкин ты, Макарёшкин. Падла. Так, так. Хильни меня, хильни, хильни. О. Круто. Спасибо, бро. Ты выручил меня. Так, сейчас мы... Что, бабки есть? Это. Опа. Все. Первые. Блин, ну нормально так. Просто вот, что мне не понравилось, да? Бега нету. Такого. Не знаю, почему-то он прям ходит как-то это. Нет динамики, динамики нету. Так, в принципе, вообще круто. О, я еще и первый, да? Четко, четко, вообще нормально. Так, убил четверых. Ассистировал одному, да? Дамаг тут нанес. Но этот вот, короче, третий, это я не знаю, то ли бот, то ли не пошло что-то у него. Игра, кстати, вот как видите, идет плавненько вообще. Круто, нормально. Все. Катку искала. Ну, тут просто сейчас этот тест тестируется, видать. И катку искала приблизительно, ну, народу, но я не знаю, там много не знает, наверное, про эту игру просто. Тем более, это не в России игра вышла. Вот. Так что, в принципе, мне
Зашла, нормально. Прикольная игрушка такая. Что-то вот тут появилось опять. Непонятное. Ну ладно. А, нет. Это, наверное, по счет теста. По счет теста. Ладно, это я. Потом посмотрим. Указать, какие там, наверное, недостатки или что. Что, вот я прям говорю, то, что плавно идет. Вот этих нету всяких, конечно, тут этих светулик, разосветулик. Но это может бетка, может что-то там добавит. Они просто сейчас как бы каркас сделали, грубо говоря, более-менее такой. И долго ТТК это, ну, я ничего не говорю. Это сама игра, грубо говоря, такая, да. И плюс вот нету бега. Вот что мне... он как бы бежит, но... без динамичек, как-то вот не очень быстро, это не чувствуется бег. Так что вот такие вот дела, ребят. Подписывайтесь на мой канал. Игру я эту выложу в телеграм-канале. АПК-шку, АПКС через САИ можно установить. Вот, всем спасибо, ставьте лайки, всем пока, до скорых встреч.